И снова к вам, друзья, с кошачьим приветом лохматая душа. Доброго вам всем здоровья. И пусть все беды минуют ваш дом стороной. Перед вами наше мурчащее чудо. У кого-то опять боль, кто-то выздоравливает, а кого-то ждет тяжелая операция, и мы пока не знаем, чего ожидать. Итак, друзья, перед вами Барси, наша старушка. Были уже ролики с Барсей. Потом она нашла дом, но, к сожалению, внезапно у нее под подбородком образовалась вот такая язва. И пришлось вновь нести ребенка в клинику. Семья у Барси хорошая. Любят ее. Мы не бросаем своих животных. Ведь самое главное – это не благосостояние, а доброта души. И если вы со мной, ребята, если вы согласны, то я прошу вас, отзовитесь на помощь Барси. И спасибо вам. А вот Масечка, ребят, Масечку не поймут, или был удар такой страшный по ребрам, или все-таки это машина. Ребра аж вмялись, одно ребро оторвалось и проткнуло легкое. Девочка была на стабилизации несколько дней в кислородной камере. Ребята, ребенок стал ходить, стал более-менее дышать, но ребро, проткнувшее легкое, остается внутри. И завтра будут делать по новой операцию. И мы надеемся, что она ее перенесет. Очень надеемся, потому что ребро, проткнувшее легкое, удалить можно только с легким. И врач сейчас принимает решение. Люди с одним легким живут. Будет ли жить Мася, неизвестно. Но мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы помочь и спасти. А вот Эрвин, ребята, посмотрите, как ребенок выглядит. Да, он еще тяжелый, еще на капельницах. Но, ребята, ребенок идет на поправку благодаря вашей помощи, вашей поддержке. И больше чем уверена, что половина помощи, которая пришла на Эрвина, она от собачников. Потому что не важно, что мы не можем иметь кот-кота дома. Важно, что доброта в сердце радеет за всех болящих и страждущих. Спасибо вам, друзья. Спасибо, мои хорошие лохматые души. Спасибо вам.
Эрвин жив только благодаря вашей помощи. И я надеюсь, вы останетесь с нами, пока он полностью не поправится и не найдет дом. Эрвин жив благодаря вам, ребят. Спасибо вам за Эрвина. Спасибо за его спасенную жизнь. Спасибо, мои хорошие. Ребята, вы с нами? Родные мои хорошие, кошатники и собачники, люди просто с добрым сердцем и с лохматой душой, я обращаюсь к вам. Вы с нами, друзья. Вы поможете, потому что лохматая душа – это вы все. Вы все. Да, мы ваши руки, а вы наше сердце, наша душа, которая помогает, хранит и бережет нас.